7 детей-сирот получили квартиры в Сургуте. Ключи от еще 14 приобретенных помещений вручат их владельцам в ближайшее время. На сегодняшний день счастливыми обладателями квартир в новостройках стали уже более 20 человек. Сейчас мэрия города проводит аукционы для покупки еще 66 однушек. Таким образом, в 2019-м планируется полностью закрыть потребность в жилье для сирот. Общая сумма, заложенная на это из бюджета в двух уровней города и округа, составляет около 150 миллионов рублей. Жилые помещения – это отдельные, благоустроенные, однокомнатные квартиры площадью 36 квадратных метров, находящихся в черте города. Это адреса Крылова, Есенина. По доброй традиции застройщик Сибпромстрой обустраивает жилые помещения необходимой мебелью. В жилой комнате это диван, комод, шкаф, купе и на кухне стол со стульями. Детей-сирот называют социально уязвимой группой населения, поэтому контроль за вверенным им имуществом осуществляется чиновниками администрации в течение 5 лет после заселения в квартиру. В этот период жилое помещение находится в собственности города и передается в пользование по договору соцнайма. По истечении этого срока, по заключению органа опеки и попечительства, арендатор получает право приватизировать квадратные метры, но только в том случае, если не имеет долга за услуги ЖКХ. Камила Гаджихалилова оказалась в числе получателей ключей. Эту квартиру девушка ждала 3 года, потому сейчас ее радости нет предела. Я очень долго ждала эту квартиру. Наконец-то мне ее вручили. У меня до сих пор волнительный момент. Спасибо, конечно, администрации города. Огромное спасибо. Я не знаю просто, что сейчас сказать от счастья. В дальнейшем планирую жить уже в будущем со своим мужем, со своими будущими детьми. Хочу, чтобы была у меня счастливая семья и были самые счастливые моменты в этой квартире.